Здравствуйте, хорошие люди! Здравствуйте, мои подписчики! Здравствуйте, гости моего канала! Ну, как вам моя роза? Замечательная! А пахнет обалденно! Дорогие мои друзья, мы отправляемся сегодня в третий раз на плантацию фруктов, чтобы набрать зимних яблок, груш. Так много мы уже не собираем, как раньше. Раньше собирали очень много. А сейчас, ну, возьмем пару ведер. И покажу вам все. Плантация начала работать сейчас каждый день. В рабочий день с 14 до 18. В выходные с 10 до 18 часов, если кого-то интересует. Яблок и груш и слив и еще очень много. Цена за 1 килограмм 1 евро 80. Ну, отправляемся и мы последний раз в этом году набрать фруктов. Ну, вкусно. Вкусно, люди с удовольствием едят пироги с яблоками, со сливами, и пьют кофе. Очень хорошо и вкусно. Вот такое импровизированное кафе на улице, прям в саду, между деревьями. Ну, сливы видели сколько? А сколько ее останется еще здесь висеть? Потому что она портится. Как репка. А посматривать надо каждую ягоду, потому что она лопается от воды, но очень вкусная. Обалдеть, вкусно. Попали под дождик. Зато слива помытая. И очень вкусная. Видите, что творится? Ужас. Очень трудно что-то подобрать. Со сливой ничего делать уже не будем, поэтому возьмем совсем немножко для еды. Вкусняшки. Слива спелая и очень вкусная. Вот это яблоко, мое любимое. Называется оно Рубин Стар. Посмотрите, какая красота. Идет дождь. Посмотрите тут. Какая красота и сколько тут яблок. А? Вообще, глаз не оторвать. Красотища, вкуснотища. Обалдеть. Как вам вот такое яблоко? Чудо, какая хорошая яблоко. Везде такая красотища. Тоже Рубин Стар, но цвет другой.
Цвет совсем другой. Так, мне нужно боскоп. Топаз. Это что? Рубин стар. Мелкое яблоко и зеленое. Golden Delicious. Рубин стар. Опять топаз. Рубин стар. Рубин стар. А мне нужно боскоп. Это Ксения. Не. Это восклёста. Рубин стар. Алис Рубин стар. А теперь посмотрим, где у нас Эльста. Давай посмотрим Эльста. Конференц. Ксения, you're gonna read. Сортов миллион. А вот это наше любимое яблоко Эльста. Идем смотрим. Ну, по-моему, тут уже не на что смотреть. Запах уже такого сбродившего. Нету. Нету Эльстара. Пойдем искать боскоп. Ну вот, багажник полный. Два сорта яблок. Рубин стар. И боскоп. Боскоп – это яблоко, которое запекается в духовке. Три сорта груш. Ксения. Вот такие. Ксения громадные. Купила опять кёстлихи. Вот они, кёстлихи. Купила, набрала. Вот это Александр Лукас. Здесь тоже Ксения. Не Ксения. Здесь тоже кёстлихи. А Ксения вот тут вся лежит. Ну и взяли еще немножко сливы для того, чтобы кушать, потому что закрывать сливу уже не хотим. Ну и вот вам Рубин стар яблоко. Надо снять, а то будем терять дорогой. Вот так. И половину поколотим. Но сегодня у нас последняя прогулка за фруктами. Всем пока-пока. Ну вот, столько получилось у нас фруктов. Вот так. Вкусняшка. Спелое яблоко замечательное. Все то, что нужно. Всем пока-пока. Ставьте лайки. Пишите свои комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Всем здоровья. Счастья. Мирного неба над головой. До новых волнующих встреч на моем канале.